Потому что этого вы не ожидали. Иначе я бы решил, что переместился в будущее на 7000 лет. Сколько секунд? Вечности. Иначе я бы решил, что переместился в будущее на 12000 лет. Сколько секунд? Вечности. И пастушок ответил. В будущее на 600000 лет. Сколько секунд? Вечности. И пастушок ответил. В будущее на 1 200 000 лет. И пастушок ответил. В будущее на 2 000 000 лет. И пастушок ответил. В будущее на 20 000 000 лет. И пастушок ответил. Это гора чистого алмаза. Чтобы взобраться на нее, понадобится час, и обойти тоже час. Лет. Каждые 100 лет прилетает маленькая птичка и точит клюв об алмазную гору. Почти 1 000 000 000 лет. И когда птичка сточит так всю гору, пройдет 1 секунда вечности. Больше 1 000 000 000 лет. Думаете, это чертовски много времени? 2 000 000 000 лет. Лично я считаю, что это чертовски... Лично я считаю, что это чертовски упрямая птичка.